Право на безвозмездной основе заниматься физкультурой и спортом в наших спортивных сооружениях закреплено федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также законом Нижегородской области о физической культуре и спорте в Нижегородской области. Таким образом, категорию лиц, для которых занятие физкультурой и спортом будет бесплатным, относятся следующие категории граждан. Дети, зачисленные в спортивные группы государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Кстово. Семьи, признанные в установленном порядке малоимущими. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, а также сопровождающие их лица. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Многодетные семьи, имеющие на содержание и воспитание троих и более детей в возрасте до 18 лет, а также детей до 23 лет, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования Нижегородской области по очной форме обучения. Спортсмены, зачисленные в спортивные группы государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Кстово. Неработающие пенсионеры по возрасту, зачисленные в оздоровительные группы государственные и муниципальные учреждения. Участники и ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий. Как видим, список довольно большой. Однако, как отметил депутат Сергей Лебедев, необходимо составить и перечень спортивных объектов, которые могут посещать перечисленные категории граждан. То есть, ну, допустим, человек увидел, что относится к этому перечню, к этой категории, и, собственно, наверное, ему сразу интересно, как такие же объекты, ну, ему доступны. Замечания по вопросу были приняты к сведению. Ознакомиться с перечнем категорий лиц, для которых на территории нашего города обеспечивается доступность занятий физкультурой и спортом на безвозмездной основе в спортивных сооружениях, можно на официальном сайте городской администрации.